День весеннего равноденствия. Одно из уникальнейших явлений природы в этом году приходится на 20 марта. Уже в эти выходные день сравняется с ночью и будет пребывать и пребывать и так до середины июня, когда светлое время суток пойдет на убыль. Кроме того, именно этот день у многих стран связывается с празднованием Нового года. Иранцы, афганцы, таджики, киргизы, узбеки и другие народности славят это природное чудо. На особом счету был этот день и у языческих славян. Весеннее равноденствие считается астрономическим началом весны. С этого дня пробуждается природа. Земля постепенно освобождается от снега, появляется первая зелень, набухают почки на деревьях, активизируются животные и птицы. Зимнее уныние сменяется радостным предчувствием новых солнечных счастливых дней.